будет и хорошо дамаджить, и восстанавливать еще с каждым ударом выносливость. Норм, норм. Пожалуй, я стойку дам пока. А, у меня двуручный посох. Вот ты, ну, бас. Дам меч. И щит. Хотя щит так себе. Пусть мечом он мне попадать будет. Маленький щит режет меньше меч. Да, понятно. Собираем еще лутецкий. Проверяем уж еще. Хороший кубок. По-моему, ты один не выдал донат на экран. Крутой, что ли, зритель земли решает, что Мюркрус говорит. Мюркрус. Профиль. Профиль, профиль. На старом, на новом, к сожалению. Нифига себе, айдишки. 54 тысячи. Вызвал нарушение. Сколько времени, 7 лет на сайте, это ни разу. Я ответил на вопрос. Ой, нет. Да, проходит баны на новом сайте. Отлично. Все работает, мы практически готовы к релизу. Так, а здесь случайно не будет никакой скрытой штуки. Предлагаю сделать привал прямо здесь и сейчас, потому что двое при смерти, заклинания постепенно заканчиваются. Открываем дверь. Оп, 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 оп. Давай разок выстрелим просто по ним. Тень, тень, тень. Их много. О-о-о! Так, а ну-ка. Все дружненько навалились. Паралич. Ой, как бы мне магом зайти таким образом, чтобы скорость меньше, точность больше. А ты потому что собирался сделать паралич, да? Поэтому. Не, давай поэтому лучше все-таки. Баф прошел. Давай этого мочи. Ну вот опять я магом нормально сделать не могу, из-за того, что они потупешились. Кто там подтупливает? Маг подтупливает. Проверим. Два. Хорошо. Паралич есть на 11 секунд. Стреляем по нему. Тут сейчас залетит. А давай-ка пока просто так бьешь. Ты бьешь, поэтому продолжаешь. Ок. Надо было поменять песню. Песню на точность. А не поздно ли ее менять сейчас во время боя? Не поздно. Надо только понять, какая песня что обозначает. Просто вот здесь у нас, да? Стойкость воли нет. Реакция? Это разве на точность? Это скорость перемещения. Стойкость воли. Это защита. На скорость перемещения. Так, а стой, кто стой, почему скастовал? Давай. О, скастовал. 48. Хорошо скастовал. Правда, у него проблемы есть с ХП. И этого вроде не надо. Давай. Второе дыхание. Попробуем. Здесь при смерти паралич. Оп. Можно переключиться, кстати, на этого, потому что этого бобер убьет. Так. Так,
так. Перестановим. Мада должна. Ты долбишься? Это два. Добра. Ну и просто стреляет. Блин, да его же сейчас убьют. Второе дыхание. Я вижу, что приступ. Застрял дух. Бобер. Добили. Молодцы, ребят. Последняя тень осталась. Да, при смерти. Справляемся. Надо будет полутать, там наверняка что-то есть. Осталось, я имею в виду, от духов. Но не осталось нифига. Ищем ловушечки. Не находим. Собираем. Молитва Эатасу. Молитвы, с вашего позволения, читать не буду. Самостоятельное изучение. Скомканная записка. Письмо почти целое, но сам пергамент помят. Иестро, я знаю, что бани храма обладают чудодейственными целебными свойствами, что твоя спина все еще тебя беспокоит. Но я все равно хотел бы попросить тебя, чтобы ты собираешься отдыхать большую часть дня, отдай свой ключ от святилища кому-то на сохранение. Первый раз к нам приходится соблюдать, чтобы выполнить наши ежедневные ритуалы. А ректор Обрика слишком глубоко внизу, чтобы слышать стук. Но ключ-то мы уже нашли, поэтому эта записка лишь дает наводочку, в которой уже нет потребности. Прежде чем перейти на ярус ниже, можно, во-первых... А, это все? В рамках данного левела все. Можно попробовать сходить за привалами. Например, получить баф. Тем более, мне все равно предстоит поход. Да, наверное, так и сделаю. У посохов некоторые есть доп. Рейндж, позволяет бить спины. Да, понятно. Советы лучше в комментах трансляции. Так, по результатам. Что-то дельное. В комментариях поставила пишет. Хлам, возможно, что-то, кстати, крафтанем. Я бы попробовал, сделал поменьше еще дробашек. Побыстрее сделаем. CIS, давно начали? Да нет, нет. Смотри, какая у тебя иконка. У тебя яблочко, ты общий премиум, розовенький. И розовенький, я где-то около часа назад, если отвечать на этот вопрос. Прям конкретно. Недавно, в общем. Здравствуйте, мне нужна комната. Это раз. Мажорим за соточку. Что там по ремеслу? И вообще, как мне... Могу ли я вообще... Зелье. А, я должен от оружия же отталкиваться, чтобы зачаровать. Повреждение можно увеличить, урон плюс 15. Я бы вот на меткости, но для меткости нужно много всего. Точность плюс 8. Вторичный урон есть. Кислотой. Ну пока, наверное. Можно попробовать танк. Его армору зачармить. Посмотреть тоже, что есть. Хорошее качество, например. Вычет урона плюс 2. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Расслабление, интеллект. Сила, ловкость. То есть еще характеристики можно, да? И защитные. Вычет от какого-то типа оружия. Это хороший доспех, на самом деле. Он и с обилкой уникальной. ВУ, конечно, низкий. ВУ низкий. Нет. Не стоит пока тратить, я думаю, ингредиенты. Пока справляемся. Лайкер, есть план
на следующем стриме, какие игры в следующий список. Нет, обычно такого в начале новой серии нет. Хоть раз бы пирога зачитал перед боем, вдруг хорошо зайдет. Возможно, пока нет таких боев, которые были бы настолько сложными, чтобы готовиться еще в этом плане, кроме привалов. Ну, возможно, я переиграю в этого Darkest Dungeon на NG+. Возможно. Спустя там месяц-полтора. Надо... Привал не купил. Ладно, и так сойдет, пацаны. Все будет нормально. Зато баф получил. И вылечился полностью. Готика, говорят. Опа, тут наверху еще комната одна не открыта. Ой, какая грязь там еще, а. Расположение еще такое вот, вот, вот такое вот, чтобы было. Чтобы танк сам. И уходит такой типа. Оп. О, Семен Семенович. Ну что, я считаю, это залет. Фантомчика надо, конечно, парализовывать для начала. Для начала вообще делаем бабчик. Всем бабчик, пацан. Это раз. Дальше. Скорее всего, лошечку. Да. Скорость поменьше. Бобер видит, кого можно парализовывать. Пошел, работаем, работаем. Так, а ты куда полез-то? Давай-ка минус урон. Пожалуйста. Хотя лучше в таких ситуациях какие-то более точечные бафы выбирать. Хорошо, пошел баф. По фантому. О, результат 25-14. Ну понятно. Свезло так свезло, как говорится. И вроде как нужно попытаться огнем туда зарядить. Но если я сейчас начну заряжать. Ладно, давай так сделаем. Ладно. Попадем по танку нашему, но сильно попадем. Так, может с саппортом какое-нибудь все-таки точечное выведение можно сделать, но пока мало восстановления выносливости. О, это АОЕ еще. Себе. Не, давай это лучше. Не сможешь, да? Ну попробуй. А ты вот так. Так, у нас есть возможность вызвать скелетов и пущ в событии. Как раз под сейчас скелеты вызовутся под огненную волну. Да, нет. Нет. А у тебя что? Оглушен на 3 секунды. Понятно. Падает сейчас наш танк замечательный. А все потому, что я пожалел. Немного. Ладно, скелет справится. Потом танк встанет, все будет ок. Все же здорово, здорово. О, бобер добил. Бобер добил, хорошо. Встает танк сразу, второе дыхание, пожалуйста. Можно бить. Или нельзя бить, второе дыхание лучше. А ты все еще оглушен? Вот. Вот это провал. Так, давай выведение сделаем. Как-то совсем стремновато. Пошло.
Восстанавливается выносливость. Сейчас будет постепенно он восстанавливается. Мне кажется, там защита еще. Потому что ты убрал щит. Щит пассивка, она рожа, щит была. Да? Да. Точно. Вот. Надо ему подобрать другой щит полегче, чтобы не было такого штрафа по... Пара-пара-па. Попробуем. Не, не поэтому. Уже пошел. Можно отменить. Ой, можно отменить. Ой, классно как, а. Так, бобер пришел в себя. Пробует парализовать упыря. Прикольно, они пройти не могут из-за связки вот этой классной. Такая халява, ребята. Ставишь танка в проход. Он умирает. Через какое-то время, ну, падает. На него делаешь неуязвимость. Профит. Все, никто не проходит. Никто не проходит, все отлично. Мне кажется, это... Так, добили раз. Паралич сработал два. Все стреляют по парализованному фантому. 5 секунд без предела. Бах, 22. Изи. Просто изи. Так, давайте я пока не забыл. Выберу что-нибудь из... Из щитов, которые все пробовал. Не, есть какой-то щит. Сейчас минус 6. Мне кроме защиты еще добавляется действительно пассивочки. Оружие щит, вот. Еще плюс 6 бонус. Пассивочка на отклонение. Это базовую защиту от прямых ударов. Что это такое? На вашей... Не в вашей природе прощать. Ищущий искупление вступает длинные извилистые на дорогу, обратно не привезти. Бобер, ты все. Все, теперь точно. А это комнатка на том же самом уровне. Аккуратно. Слышите глухой металлический ляск. Потом скрежет камней, и дверь в соседней стене открывается. Ну, это-то понятно. Но... Вы подходите, и пламя свечей начинает трепетать. Над алтарем зияет пустота, обрамленная осколками стекла. Вероятно, когда-то там висело зеркало. Свечи все еще горят. Неплохо для мертвого божества. Так, задуть свечу. О, задуть. Для чего все это? Искупление. Они проводят этот обряд, когда ребенок становится взрослым. Завязывают себе глазами рук за руку и ведут куда-то вниз. Сложное проживание жизни, полный порока. Теперь говорят, куда ты идешь, я помню, что весь мокрый от пота был. Он подмигивает. Тебя приводят вон к тому бассейну. И ты смотришь в него и встречаешься лицом к лицу со своими грехами. Потом ты идешь в тот зал. Тебя связывают глаза и поздравляют. Друзья, родственники. Ты как бы искупил свои грехи. Сжигаешь свечу, она горит, как и прочие. Лучший день в моей жизни. Вы гасите одну из одних рожек.
разрушили. Оказалось. Так, свечу дадут. Там была еще какая-то последовательность. Актуальная. Кстати, после обновления ГГ на некоторых трансляциях появились лаги, но пропускаются кадры некоторые. Скорее всего, браузер подтормаживает. Опять тут что-то появилось и исчезло. А свеча там не загорелась случайно? Если загорелась, то, возможно, реально последовательность нужна. То есть сначала туда, потом сюда. Нет, свеча уже... Здесь еще зеркало было. Я никак воздействовать не могу. Возможно, я уже... Ну, хотя нет, вряд ли. Не должно быть так сложно. Возвращаемся. А вот и мужик на входе. Виртон нервно улыбается, когда вы подходите. Думаю, кризис миновал, рука болит уже меньше, он мешкается. Ты был внизу, нашел что-то? Ты солгал? Передать собранные останки. Передаем ему кости мертвого жреца, лицо Виртона становится бледным. Я нашел не только просто. Ты имеешь в виду ценность, можешь забрать, что найдешь. Мне ничего не нужно. Никто не спускался. Не спускался в 20 год. Мы забрали слуги сеансов. Почему, наверное? Жить восприятие. Надо силы. Схватить вверх на зашивку, поднять на землю, если ничего не обманешь, чтобы я не покажу. Хватает вас за руку, в глазах его шок. Подожди, я не знаю, что ты. Скривившись, он жадно хватает только в голову. Возможно, я знал, где лежат силы. Я не знаю, что так. Наверное, тебе надо растащить. Не стоит пойти доложить лорду Редрику о том, что ты не убил людей. Подожди, нет, ты не можешь, они убьют меня. А может, того хуже. Просил тебя о помощи. Знаешь, я пытался каждый день, каждый божий день. Я приходил в этот храм, я предупреждал его. Не слышали, будто не знал о том, что говорит. Будто мне ничего не стоило приходить, чтобы пытаться помочь. За это вместе с ним. Да, но это все в прошлом. Было много лет с ним. Я знал, что we'll be right back.
пирожанр, как называется, пацаны, операции. Если бы я был на твоем месте, я бы, собственно, руками раскопал. Они были чуть ли не последними достойными людьми в этой дыре. А теперь тут осталось лишь отребье вроде тебя. Ты предал их, чтобы защитить свою собственную шкуру. Я говорил тебе, как все произошло, что тут случилось. Думаю, ты теперь должен решить, как поступить. Даем шанс. Гоняем его отсюда. Берем просто деньги. Давайте. Одна кровь. Да. Казнить нельзя помимо. 300 единиц опыта за выполненное задание. Я хочу зайти до Каэдно. Там тоже тяжело. Надо сначала затариться. Тут обязательно же, или нужно в четкой последовательности квесты выполнять и дальше не пройти, типа, если ты квест Калиски не выполнишь? Не, я просто не в курсе, как тут устроена игра. Или можно я квесты выполнить? Нет? Жаль. Поехали. Привалы забыл. Твою ж дивизию, что ж я тороплюсь-то? Нет, нельзя. Привал. Как хитрый. Это... Они там по соточке где-то, да, привал? Завтра.
смертельный. Привычным образом. Забиваем так, забиваем так, делаем меткость так, так. Навалимся. We've done. Огненный. Ну тут напрашивается, наверное, яд какой-нибудь. Наверное. На одну цель, да? Или... Или. Welcome, host. Very well, then take. Получилось? Паралич. На одного получилось, но на остальных. Farewell, Ashen One. Упреставить холодный урон, да? Ледяной, да. Для начала престон, конечно же, базовую штуку сделаем. А потом уже... О, нифига себе, это ауешный холодный урон! Вот это да! Бобер, стреляй по этому. Ты стреляешь по этому. Блин, успеть бы, конечно. Вот он пошел. 11, 21, 27, 11, 19. Ёшки-матрёшки, вот это круто. Вот это круто. Раненый. Еще одну такую штуку и все. И ГГ. Паралич на 7. Так, а может быть у нашего... Ну вот у нашего мага вышечка ауешная будет. Еще один такой взрыв. 18-22, 19-13-24. Бах! Трое взрываются. Великолепный, эффектный взрыв. Остается только парализованный огненный блайт. Стойк топич. Просто топич. Жуть! Какой полезный герой. Смотрим, с тем поговорим. Ой, тут еще один блайт. Такой просто классный.
Изейшие. Изейшие. Nice and quiet. На экране управления отрядом можно посмотреть, чем занимается союзник, когда их нет в отряде. Если управлять... Сколько времени понадобится на то, чтобы выполнить задание, если... Что? На экране управления отрядом можно посмотреть, чем занимается ваш союзник, когда их нет в отряде. Если вы отправили их на задание, можно посмотреть, сколько времени понадобится, чтобы выполнить задание. Если спустя день наемных движений задание до его завершения, все возможности награды. Ничего себе, оказывается, еще можно будет... Пацанов, сладкие помидорчики выполняют. Поговорим? Не смей этого делать, что? Круга призрачного дыма откуда-то у вас, он застилает глаза, но постепенно различаются очертания высохшей сгорбленной фигуры эльфа. Его лицо и костлявые руки вымазаны краской. Слушать. Это наша деревня, наш дом. Дом для 50 поколений 9 когтей. Вы не можете разглядеть, каким выражением лица он произносит слова. Мы поселились в этих краях задолго до того, как ваш род пришел сюда с войны. Вы можете просто поселить. Да, мы же войны. Нет, мы должны страдать из-за него. Он протягивает руку, пытается нам... Пытается что-то сказать, но кашля не дает ему сделать. Он опускается на колени, задыхаясь от сгущающегося дыма. Вы отступаете назад, и пламя охватывает видение целиком. Не оставляя при этом лута. Блин, я не ту кнопку нажимаю. Раз за разом. Сейчас проверим. Тут тупик. Заходим. Когда HTTPS 2K16 на дворе. Так ты на бетке был, там все на HTTPS. Понедельник бета пропустил райдер. Блин, почему на Good Game заходите? Чертов стыд. А за это уже пахнет. Да? Воздух наполняет кислые запахи прогорклого зерна и испорченных фруктов. Привет, Тепселич. Трансляции-то вообще давно отдается по HTTPS по умолчанию, чтобы ваш замечательный провайдер, если он фильтрует трафик какой-то конкретный типа видео, ограничивает скорость, не знал о том, что вы смотрите трансляцию. Но об этом тоже была тема. Тут как-то все вообще разруха. Перегонный куб. Разбитые бутылки. Тут все восстанавливает. Выходим. Есть еще восточный барбикан. Барбикан. И это единственный, так скажем, слева было закрыто. Давайте вниз пройдем. Что за восточный барбикан? Вот здесь переход. Забаррикадировано. Замок цель. А, вот. Тут проход еще есть. Оказывается. О! Старый запись на дневнике старой хранитель. Старый запись на дневнике. Призрак Альдары де Беранцы, одной из несчастных жертв лорда Редрика, направил меня. Впечатляет своими размерами, но не более. Пришла в полную негодность цитадель. Но если старый Нервальд все еще властвует здесь, то вероятно, смотаете его.
Так, ребятушки, ну аккуратненько, аккуратненько начинаем. Ой, пока не поздно. О! Уже не отступил. Парализ пошел. Я, наверное, с тойком все-таки потрачу. Потрачу последний культовую проекцию. Тем более привал есть. Но. Шаем. Паралич недолгий. Дай бог я выстрелить разок успею. Вот оно. А Бойлер поддержал ваш канал. О, Бойлер, привет. Опять косарик. Приветствую. С успешным запуском. Команда ГГ молодцы. Хорошие трансляции и игры. Спасибо, мы еще не спустились, но тут неделю, да, прошел без проблем, но в целом так как задумывали. Так, ладно. Попадаю в обед, бобер мажет, подпределывает мажет. Замажет человек, который 31 защиты. Как ты мог промахнуться вообще? Ну что, броска 3. Красавчик. Просто красавчик. Я так считаю. Так, полетело, там собак хороший. Или он не зашел? Зашел. Есть у меня что-нибудь? Клевое. Давай защитим. Стойка. Здесь надо что-то тоже такое хорошее. Например, надо было раны сразу накидать. Вот это тоже косяк. Ой. Заранее предвосхищая кидать выведение, потому что да, и потому что уже не вывести, кажись. Так, ну я могу попробовать кинуть, сделать вот так вот. Действует по чужим, это хорошо. Девчи, вроде как оттолкнул. Наверное, сжечь что-то. Выбрать другое место. А, там встал наш замечательный друг. Благодаря армору. То есть можно выведение на него сделать. Или оно уже стоит. Не вижу выведение. Ставлю выведение все-таки. Тут стреляем так. Так что ж ты делаешь, что мне? Опять он глушен, лежит, ничего не делает. Выведение будет, поэтому я думаю, что я убью его огнем. А вот добро хрен новое, да. Ух,
ты тупишь. Тут сожгли, сожгли. А я тут оглушен на 2 секунды. Вот и все. Вот и все. Еще одно выведение попробую скастовать. А что ты не юзаешь стойком обычный хил на танке и другие бойцы? Зачем всякие выведения у меня есть директ хилы? Да я что-то увидел какой-то ауешный. Такой вот. Освещенный земля. А директ не видел. Решительность. Это испуг. Медитация, концентрация плюс воля, но это АУЕ тоже не точечное. Просто вот это вот. Выносливость пустым нас. Вот фигня. А, у всех союзников такое зрение. То есть это тоже АУЕ. То есть, не знаю. Бобер сейчас умрет. А, выведение пошло на бобер. Как ты быстро его кастуешь? Ничего себе. Реально выводит бобра за милую душу. Ладно, давай я АОЕ еще. Хотя в кого АОЕ? Там верхний. И так без. Давай лучше что-нибудь такое прям. Прям вот пыщ, чтобы и умер он. Я не хочу. Веселями. Этот при смерти, упырь. Оглушение на троих, да, на троих оглушение. Я вижу, что умер еще у нас певчий. Надо сделать все-таки вот так. Понимаю, что попаду. Ну, сейчас еще обойдет он. Ладно, прости за все. Столько убит. Господи. А, у меня еще стояли пацаны, не, я думал, они не в бою вообще. Короче, я туплю. После выведения можно практически сразу действовать. Надо запомнить это. Да, конечно, сейчас. Минус 3. Промах еще, 8% хватит. 71 защита. Ребята, мы справимся с ним. Да как? Нет! Не-не-не-не-не-не-не, сейчас же... Капец, сейчас танк умрет из-за оглушения. Бобер один не справится с таким... Как там? По промахиванию. 36, капец. Он уже готов был. Тяжелое ранение, бобер один на один. Это провал. 84% попадания. И оглушен еще. И он обновляет оглушение каждый ход. Нойс. А все потому, что в конце поторопился. Вообще, это... Да жуть. Я там ха-ха-ха, хихихи, 3 в 1 практически. Сейчас тоже, кстати, зря я так сделал. Ну что, ребят, с богом. Лутер поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. 500? Миша, да. Игра божественна, не бросай. Разберись во всем.
Тащи до конца во имя бобра. Спасибо тебе за саппорт. Я не намерен сдаваться. Это раз. Это два. Это три. Неуязвимость. Это от бобра прилетела неуязвимость. Е-е-е, паралично в 12 секунд. Чётенько. Оп, стоп. Мы подошли из-за угла. Оп. Нет, давай лучше, раз уж ты проходишь прям по танку, проходи прям так, чтобы задеть всех. Тут второй раз, пожалуйста, сюда же. Ой, бобер красавчик. Сейчас вообще битва будет не чита предыдущая. Не чита. Вот увидите. Вы увидите. Вот, посмотрите. Так, хорошо, это два. Не. Давай восстановление выносливости. Сейчас будет еще один поджог. Где урон? What? Почему? Три промаха веером огня? Ты вообще... Офигенный. Он такой классный. Так, говорили, там есть точечный хил, но я, наверное, сразу восстанавливать буду этого товарища. Бобер там делает и делает. Кастует прямо сейчас. О! Бобер, скажи мне, ты парализовал хоть одного? Бобер. Бобер. Так, массовочку, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, встанет у нас товарищ. Нет, он ошеломлен, оглушен, надо кидать. Кидать вот это вот спасение, или как оно там называется. Ты пока кастуешь, бобер тупит. О, скелетики пошли. Скелетики. Вот что, что мне можно сделать? Что мне можно сделать? Там пинчат. А вот снять негативные эффекты, там же было, да? Снятие там статусных каких-то. Заодно, может, и проверим. Но это было, кажется, здесь. Ошеломление. Нет, нет. Давай посмотрим здесь. Это защита минус урон. Это физуха. Это у нас бафчик. Урон в области действия. Их точность. Давай. Стенд. Ну, вроде начали биться. Так, ты должен был кастовать другое. Нет, не воля, концентрация. Да что ж ты делаешь? Благословение. На скелетов. То, что нужно. Опять 25. No! Да какой ноу? Ребята, собрались! Собрались! Подставляй скелетов, работай. Бобер попал, бобер попал. Наконец-то бобер попал. Давай парализуем дальнего. У него больше всего хп. Хорошо, благословили скелетов. Там под оглушением маг сейчас гуфнется. У тебя как вообще с оглушением? Норм?
Встал вроде Эдер. Ну тогда, может, ты начнешь. Как насчет побиться немножко? Последнее заклинание у Приста осталось. Я, пожалуй, наложу восстановление выносливости. Еще АОЕш на Е. Вдруг успею. Не успею, по крайней мере, на этого. На мага. Но маг может же встать еще, если у него выносливость выше нуля будет. А можно в замедленном режиме. Это, кстати, самый замедленный режим. Не, он не встанет уже. Хотя, может, и встанет. Так, я не вижу, я попал или не попал. Кажется, ментальный промах. Результат броска 38. Ладно, добей этого, по нему попроще чуть попасть. Да, фантомов довольно много, поэтому я не знаю. Три фантома, понимаете? Три фантома. Надо концентрироваться сейчас на убийстве, по крайней мере... одного из них. Нейки побивать еще. Сейчас они застанут просто нас всех все. Вот оглушен уже стойк. Стойк минус. Танк, конечно, пришел в себя. Бобер вроде стреляет, но это так. Тяжелое ранение. Ранение. Скелет, давай-ка ты поэтому. А, он оглушен. Так, давай тогда и ты стреляешь по этому фантому. Падает стойк. Падает скелет. Четыре в три. Ай. Настало время для пирогов и бутылочек. Похоже на то тут. Какая-то грязь просто творится. Неуязвимость. А там и так уже оглушение. О, бобер отстрелил! Бобер отстрелил! Фантома одного, но не хватает мне немножко маны, чтобы... О, я могу снова вызвать скелетов. У-ху! Массовочка пошла. И восприимчивость к оглушению. Ну, в смысле, да, к... Оглушен бобер. Скелеты появляются, но, кажись, немножко уже поздновато. Надо вырубить эту тень. Надо здесь, после того, как оглушение закончится, 2,5 секунды на оглушение. Давай, ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Бобру не отступить, бобер умирает. Без бобра мы тут вообще... крайне маловероятно, что справимся. Возможно, стоит делать деген. Песенку сменить, шарманочку. Распев другой. А я могу вообще его сейчас прям в бою сменить? Вроде могу. Я просто не могу один такт прерывать на середине. Легкое ранение. Ну, два фантома ключевое. Если мы со скелетами там как-то... Ой, нет, что ж ты делаешь? А могу ли я жрать что-нибудь? Может, у меня есть владелие регенерации. На слезте. Давай попробуем. Не, выносливость у меня полная сейчас. Попадает потихоньку наш друг. Скелеты какое-то время продержатся, отвлекут на себя внимание, но уже начинают заканчиваться скелетом. По два, тяжелое ранение. И оглушен у нас. Надо фантома дальнего пытаться добить. Или все-таки тень тяжело раненую, да. А, там под оглушением перманентным стоит.
Остался всего один скелет. Но если попаду по духу, убью. Ай! Оглушен? Оглушен. Вот самая хреновая тема — это оглушение. Беги! Вызываю снова скелетов. Но это уже агония. Сейчас оглушение будет, и все, и до свидания. Понятненько. Понятненько, понятненько. Во-первых, я хочу посмотреть по статусным темам из серии, есть ли у меня снятие эффектов. Вот вредное воздействие приостановлено. Подавление печали попробовать. Воздействие. Модификатор статуса. Надо попробовать его. Подавление печали. То как-то вообще все печально. Надо как-то подавлять. Возможно, стоит, кстати, забиться в угол. Вот это отличная страта, я считаю. Просто забиться в угол и плакать. Правильно, сейчас встанем. И будет отлично все. Оп! Все. Все, работаем. Не так, блин, я мага поставил, черт знает как, господи, я не смогу, короче, забей, ну ладно, они тоже не подойдут нормально. Оп, да надо было же огненное дыхание делать, вот это вот, я ж, а он, короче, забейте. Еще урон, который тоже лесом идет. Распутин, готовься, меткость. Раз. Мы работаем. Фантом 2. Это 3. 4. И еще разок, пожалуйста. Попал? Ну скажи, что паралич есть. Ошеломление не то. Не то. Ментальный разрыв, промах. Бобер, бобер. Тебе не надо отстреливать, опять же, защиту чуть меньше. Так, здесь уже двоечка. Что-то неплохо. Ой, какой провал. Какой провал, Михаил. Давай-ка что-нибудь такое положительное. Вот такое вот. Молодец. Еще можно что-нибудь положительное. Вот такое, например. От благословения накидываем. Что-то точно накидываем. Раны. Неплохо. Бобер попал. Значит, продолжаем стрелять по духам. По теням. Возможно, надо уже защиту какую-то накидывать. С саппортом точечную на одного. Ну, рановато для выведения, я считаю. Испуг ужас нет. Давай выносливость. Бафнем у всех. Удобное место. Так, а можем сейчас зарядить, кстати, что-нибудь вот такое вот. Или скелетиков. А скелетиков давай. Скелетики вроде какое-то время... Нет, скелетики как раз минус, потому что они по двум разрушающим. Они все равно будут сражаться с теми, кто со мной не сражается. Нафига мне это нужно? Так, это скастовал маг. Молодец. Дышать или не дышать? Или не дышать. Фантом, тяжелое ранение. Откинули, кстати, мы от танка с купырей. Ой, плохо. Танку плохо, танку плохо.
проверим подавление печали. Работает оно, в конце концов, или не работает? Работает! Нифига себе! Реально работает. Он снимает оглушение. Блин, стойк такой полезный, а? Столько у него всего клевого. Прям красавчик. Фантом. Без сознания? Он оглушен был? А, ну да. Это, видимо, следствие откидывания было такое. Остается 4 фантома. Во-первых, я могу... Я накопил на парализацию. Точно парализацию? У них как с резистами по... Сейчас куда? Тень, фантом. У них нет резистов к молнии. Соответственно, может быть, имеет смысл кинуть просто щит такой. Больше толку от этого будет. Еще урон лесом идет. Ладно, просто стреляем. Слабенько бобер нанес. Слабенько. Атакуем. Здесь... Не знаю. Ну, поатакуй, ладно. Если достанешь. Ну, падает танк у нас. Какой атакуй? Блин, выведение надо делать. Конечно же, было. Какой я тупой-то, а? Может, пора дышать? Давай сначала Magic Missile на сверхраненых. Вот при смерти вот этого упыря надо. О, встал, точно. Выведение. Забываю я про эту пассивку замечательную. Так, и тот уже гуфнулся, да? Оглушен сразу танк, но выведение на нем. И пошло восстанавливаться. Такой он классный. Смотрите-ка, саппорт. Если в списке резистов нет резиста к молнии, то резист к молнии там такой же, как общий. Просто типа я не проверял, поэтому не показывается. Да, уже можно, кстати, тут... Снова, наверное, оглушение попробую сделать. Не выходит, аленький цветочек. С оглушением у меня что-то. Бобер оглушен, бобер не живой. Вообще не живой. Но я ничего с этим сделать не могу. Умрет бобер. Умер. Ну, в смысле, не выдержал. Ой, хорошо. Это что, были миссили все-таки хорошо? Так, миссили хорошо бьют. Magic миссили. Два оглушения. Да вы... А сейчас нет. Видимо, крит был. Выйти я не могу. Ну а с одним фантоном там я чай справлюсь. Давай-ка вызовем еще действительно скелетиков под окружение. Пусть пацаны тут нападают. Всемиром-то фантомом сможем забить? Всемиром! Пацаны, всемиром! Блин, падает еще стойк. Еле-еле. Фух. Позиция крайне важна. Есть привалы, но пока привалы использовать не будем. О, фурна.
Опа! Шепот Йенвуда, меч одноручный. Эффективен против духов. Сложение плюс, воля минус. Опачки. Найдено. 13-19 рубящий, колющий. 20% становятся обычными. Точность, если противник дух. Урон, если противник дух. Берем. Жалко, тут есть другое оружие, но я его хотел в другой слот поставлю. Против духов будет одно, против этих будет одно. Консольчик тут еще есть. Эй. Проверяем комнату. Привет, тополь 0.011. Неужели я сейчас выйду? Нет, я просто перехожу в другое место. Снова фантом. Да вы издеваетесь. Лики много. Ну, по крайней мере, их три. Подойдем сначала, не будем тратить время. Заклинаний нет. Прошу тебя, бобер, попади. Не попадает бобер. Ну их меньше, чем в прошлый раз. Да, оглушений нет. Стреляю по тени. Там уже оглушен друг. Вопрос времени, когда ляжет. Урон слабенький, надо было сразу делать огненное дыхание. Вытащить стойка я не могу, в смысле стойком уже не могу. Танка падает. Все-таки, потому что было бы проще, если бы да. А так получается исключительно нет. Сейчас оглушение будет лететь. О, вот это хорошо. Каким-то чудом... А, чудом настойка просто от... Отвлеклись, пацаны. И вот он оглушен. Ранение тяжелое. Крайне маловероятным. Я попробую, конечно, тут еще разок дыхнуть. Ну, маг падает сейчас. Остальные все не выбираются из оглушения, да. И позиции тут такую более удачной не займешь. Ладно, привал так привал. Да ладно, нельзя устроить привал? Да вы что, везде было можно? А здесь можно? Должен. Сайфер меткость поднимем. Предметами поднимем, крафтом поднимем, бафами поднимем. Давайте привал здесь сделаем. Вычет уроном. Дух. Дух. Дай-ка множество исцеления все-таки поставим. Опа! Кана говорит, ты сам в Дирвуде недавно, повелитель огня. Как впечатление? Ну, народ тут вроде вежливый. Видимо, пока тебя никто не звал поговорить в подворотне. Кана криво усмехается. Меня тоже. О темпераменте дирвуцев много говорят, но пока они в основном используют его друг на друге. В остальном, они довольно веселые ребята, как мне кажется. Я в разных тавернах по часу-два разговаривал с местными. У всех есть свое мнение.
с которым, которым они с удовольствием делятся. Мелодии, наверное, например, разные, песни одинаковые же не стакаются. Почему не стакаются? Одна мелодия на другую накладывается точно. Ну, по крайней мере... Надо проверить, кстати. Так, ну что, сейчас внимательно, кайтить некуда, за нами Москва. Надо подвести сразу же мага поближе. Только мага надо, наверное, стойко сначала сделать баф. Так. Скорость меньше. И стреляй. Так, поближе. Ключевой все-таки это маг. Его замечательный огненный АОЕ. Оу, yeah. Ну что, бобер, опять фейл, что ли? Не, паралич сработал. Хорошо, выстрелили разок, пожалуйста. Потому чтобы не перебили там. Так, можем на самом деле сделать вот так. Но попадем по своим. Можем защитить от негативных статусов. О, попал наш товарищ, отлично. Тогда я еще одного фантома, потому что фантомы опаснее. Фантом, тень. Ну вот этого получается. Пробую нейтрализовать. Ой, какой урон там, 30, 39, 17, 19. Хорошо. Зарядим еще одно огненное дыхание. Вот таким вот образом, пожалуй. Не, не так. Не таким. Лучше уж не тратить фантомное. Ты бей так. Ты стреляй по фантому. Ориентировочным. Так, оглушение на мага. Ой, не на мага, на стойка. А он не успел дочитать. Эх, бардак. Ошеломление только попало. Или не успел бобер составить? Не успел. Оп, паралич на 12. Все, вот теперь работаем. Главное, чтобы сейчас еще стоек выжил. Так. Давай-ка всеми. Всеми по этому, кроме бобра, по параличу. О, стоек пришел в себя. А у него восстановление выносливость попробуем. Но оно очень долгое. Давай второе дыхание сначала. Забей. Попадает бобер. Фантом при смерти. Ой, к сожалению, попасть не смогу. У нас много, так что все. Мне казалось, что просто один фантом еще не подошел. Там их было трое в прошлый раз, нет? Возможно. В пустых полках поселились пауки. Стойка, ружье или арбалет. Но у них есть несколько заклинаний, которые в мили работают вообще. Ну типа вот такого полезного, давай. С ружьем и арбалетом. Вперед. Вообще, можно попробовать, конечно. Ищем. На карте изображены старые границы колонии Дирвуда на месте сегодняшней бухты непокорности. Отмечено население под названием Новый Данрид. Похоже, что в этой комнате все. Выходим. Ну так-то да, если танк один нормальный, и он цепляет очень много народу. Опа, управляющая. Достигнув конца большого зала, вы начинаете ощущать чарующее тепло, исходящее от большого трона. Высечено из мрамора.
Изящество, с которым он выполнен, разительно выделяется на фоне мрачных и холодных стен замка. Женское лицо, вырезанное над спинкой трона, словно бы озирает происходящее вокруг своими пустыми глазницами. При вашем приближении волна тепла усиливается, как будто оживает. Из фигуры доносится голос, пронизывающий крепость сквозь камень и воздух. Еще один хранитель Каэдмуара. Какой блеск в глазах! Какая счастливая случайность. Я ищу Мервальда. Да, Алекс, вы? И я тоже. Если вам удастся его найти, я буду несказанно рада. В его отсутствии все приходит в запустение. В моих залах копится пыль, стены покрываются трещинами. Страшно подумать, во что я превращаюсь. Граф ни за что бы такого не допустил. Вы можете искать где угодно. Для вас все двери открыты. Это твои залы? Не хозяйка здесь, это скорее сродни родительской заботе. Видите ли, этот замок построен по моему замыслу и по воле Эрла. Я была уже молодая и прекрасно понимала, что мой единственный шанс заставить чувствовать себя что-то величественное. Когда строительство было завершено, я так и не смогла расстаться со своим детищем. Смогла вернуться в свое скромное жилище. Я попросила Эрла позволить мне остаться, и он внял мои просьбы. Спустя годы, когда привратник Берос явился за мной, я снова умоляла Эрла найти способ оставить меня здесь. Он так и сделал. Где я могу найти? Я ощущаю его присутствие где-то в глубине замка. Он использует свой дар, чтобы сбить меня с толку, а когда он это делает, мои чувства притупляются. Хотел бы я знать, что у него на уме. Ты пленник этого трона? Пленник? Временами мне кажется, что так и есть. Для меня это не просто дом. Трон был найден в руинах, его обнаружили одним из первых. Исполняя последнюю волю умирающей, Эрл позволил мне вселиться в него. Адра — весьма удобный сосуд для души. Судьба моя не так печальна, как может показаться. Находясь здесь, я всей душой ощущаю цитадель и все, что с ней связано. Видимо, все дело в конструкции этого трона или в магии самого этого места. Расскажи мне про... Он был великим человеком. Однажды он явился сюда молодой, длинноволосый, в сияющих доспехах. Он сумел развеять тьму после столетнего забвения, в которое некогда погрузилось это место. Он сумел разглядеть его красоту, увидеть его таким, каким оно было прежде. Он стал здесь хозяином, когда никто другой на это не осмеливался. Мы вместе занялись восстановлением замка. Но вдруг, не так давно, он стал каким-то отрешенным. Он так и не объяснил мне причину. Он все время уходил в глубину замка, отправлял слуг за едой и старался не попадаться мне на глаза. Реставрационные работы остановились. Глядя на это место, ни за что не скажешь, что мы его когда-то восстанавливали. Кое-где замок пришел еще большее запустение, а мне остается только наблюдать за его упадком. До свидания. Будьте осторожны у вас в ваших поисках. Много опасностей ждет вас на пути. Войти в крепость, найти. Войти. Ладно. Давайте обследуем. Так, тут спуск вниз. Вот он, мой маленький солдат. Мать. Когда вы подходите ближе, видение принимает облик эльфийской женщины. Ее тонкие волосы собраны в пучок. Она с силой дергает за нитку на своем переднике. Воу-воу! Она не сразу замечает вас и задумчиво глядя вдаль. Наконец на ее лице появляется слабая улыбка. Ну что, опять играешь в войну? Иди-ка умойся и помоги мне лущить горох. Она отворачивается на секунду, чтобы взять корзину, такую же призрачную и мерцающую, как она сама. И без разговоров. Нужно есть овощи, если хочешь вырасти большим и сильным солдатом. Договорились? Так, давайте проверим сначала комнату, прежде чем спускаться на дно. Вот сундучок, пожалуйста. Пустой. Что? Сокровищница. Это же квест. Безусловно. Так, можно подняться наверх, можно спуститься вниз. Давайте наверх. Наверх, короче, должно быть. Такое впечатление, что это старый
хрупкую кучу удерживает вместе только паутина. Тоже тупик. Ладно, видимо, нам нужно искать. Ну, кнопку зажми, уже два раза мимо прошел. А, тап прошел. Тап зажать. Да нормально все. Возле входа же. Согласен. Так, у нас тут пауки. А, и сразу. Ладно, не такая серьезная защита. Лучше отступить, потому что кроме этих... Кто это там? Ребята. И паутина пошла. Понятно. Но паутина — это не страшно. Но все удары проходят, это очень хорошо. Сейчас паралич бы еще сделать. Надо не забывать халявные вещи делать, типа плюс меткость и восстановление выносливости. Ну, так же, как и опрокидывание, в общем-то. Хотя тут лучше, наверное, проще бить. Стоп, это бобер побежал куда-то? А, нет, это Эдр вообще сзади. Так, стоик, молодец. Справился все-таки. Отступить назад. Кстати, я уже могу. Паралич очень долгий, на 18 секунд. Паук вырублен. Стеной, застревание плюс еще. В общем, расстреляем сейчас это все на язычах. Главное не тупить. Фокус по пауку. У меня защита 3 из-за паралича. Давай на этого так. И снова паралич. Стоик, правда, там у нас, как вы заметили, гуфнулся. Это все следствие неправильной позиции. Я должен был танк подставлять. Когда отступал назад, они перегруппировались. Все. Alright, then. I shall be discreet. Ой-ой-ой, там народу-то! Все, что ли? Раз. Мелкие какие-то, вообще не серьезные. Снова так. Здесь вот так. Халявные нужно заклинания использовать на мелочи особенно. А вот большой там подтягивается, это да. Серьезнее будет. Так. Давайте тебе второе дыхание. А лучше, наверное, освещенную... Да нет, почему? Второе дыхание. Тут пока все здоровые. Парализуем. Парализовали. Ненадолго. При смерти, тяжелой при смерти. Все контролируем. Все хорошо. Так, попал. Тяжелое ранение. Ты бьешь так. Ты бьешь так. Не, можно, конечно, сейчас зарядить еще вот так вот огнем, потому что позиция, ну, просто шикарная. Вот, отлично. Поджарили практически всех. Один маленький паучок остался. Изи добиваем. Меч танка верни. Булава. Булаву стоит вернуть.
Еще одна группа пауков. Но прежде чем пойти дальше, проверяю. Тут, видимо, повсюду. Я готов. Но они мелкие, они простенькие. Тут можно даже без какой-то тактики с двумя-то справиться. А вот с большим, да, с большим лучшим. Лучше аккуратнее. Так. Я сразу спеть снизу. Не успею выстрелить, к сожалению, по мечам. Увы. Хотя 42. 42 у бобра сосредоточенности. Можно сюда зарядить вот ауешным заклинанием. Он же там до 5 врагов, рубящий урон неплохой. Второе дыхание. Бьем. Ты стреляй так, ты отбиваешь. Раз. А где отражение-то? Ё-моё. Провал. Там вроде 10 метров он должен был отразиться. Может, он в дальнего полетел, вот в этом. К сожалению. Да, наверное, так и было. Он полетел в дальнего. А не влево. Певец тупит. Тут все в ручном управлении. Если я не... Ну а что делать-то будем? Не могу попасть. Не вижу просто, потому что... Работаем. Изи. Интересно, сколько за это экспы дает? Хотя их-то уже столько поубивал, там, кажется, после убийства воинов, ну, врагов определенного типа, теперь уже не восстанавливается. Да, стой, кстати, видите, уже такой убитый. Плохо, 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 плохо. Поступили приказы, лейтенант, готовьте свой отряд. Что за приказы? Что нужно сделать? Командор, призрачная фигура человека в доспехах в офицерском плаще склонилась над одиноким листом бумаги. Вы смотрите сквозь него и замечаете герцогские и айдырские регалии на нагруднике. Он прочитывает страницу несколько раз и лишь затем поднимает глаза. Выражение лица невозможно прочесть. Планы изменились. Возьмите свой отряд и отправьтесь на юг, к излученной реке. Привезите обоз и дюжину бочек со смолой. Его голос дрожит, голова трясется, рука, сжимающая документ, плетью падает вниз. Расскажите о приказах. Распоряжение поступает от самого Адмиса Хардрета. Это значит, что их мог отдать и герцог. Нам нужно выкурить оттуда этот сброд. Подожгите Дирвуд, чтобы отрезать пути к отступлению. Перережьте всех, кто пытается выйти, остальных поглотить пламя. Плохая память на название. Я не могу понять, о чем речь. Его закованный в броню кулак крепко сжимает свиток. Все пройдет еще быстрее, чем войну расколотых камней. Остается лишь надеяться, что это предотвратит все возможные споры в будущем. Его рука не знаю, многие из нас испытывают те же чувства, мы идем на это именно для того, чтобы положить конец войне. Не забывай, что мы сжигаем деревни не для забавы, а чтобы очистить их от врага. Этой ночью воля Берреса будет исполнена. Так, давайте я попробую аишку настроить действительно ранжевика.
поведение класса. А можно как-то им... Все автоматом. Не вижу, как настраивать. Ладно. Просто важно. То есть важно, но потом. У друидов в арсенале имеется большое количество отключенных заклинаний, действующих на определенную площадь. Друиды, кстати, у команды так и нет. Останемся первым поспорт. Просто защиту ставь, все остальное пусть будет включено. В смысле защиты там? Да, защита. Тайная вуаль, удар гримуара. Защита. Будет ставиться. Поворачивается к вам лицом, его щеки светлеющие, острые уши покрыты фиолетовой краской, злобно ухмыляется, глядя на вас из-под капюшона раскрытых волос. Пора, Дай и Эдивр разведали деревню прошлой ночью, сейчас они собирают основательный отряд. Какого отряда? Не волнуйся, все знают, что набег твоя идея. Даже Риоу пришлось согласиться, когда они увидели, что творится с людьми. Воины клана Девяти Костей готовы доказать, что не дрогнут перед лицом чужеземцев, осквернившихся наши руины. Побольше бы таких, как ты, женщин, которые ценят поступки превыше слов. Все верно, мы были слишком добры к чужеземцам в нашу первую встречу. И вот они как оплатили нам за добро. Этого больше не повторится, мы сделаем так, чтобы захватчики раз и навсегда забыли дорогу сюда. Паучки справа внизу. Тут жезл обычный, вроде как. И там поставил в первой строке, убери все, в второй защиту. Нет. Так, аккуратненько, аккуратненько, у нас тут паучки. Много паучков. Очень много паучков. Не агрю. Скорость меньше. Раз, два, с... Можно что-то ауешное туда зарядить. Но не стойком, видимо. Давай здесь лучше... Что-нибудь, да, благословение для увеличения урона. Паралич удался. Гримуарчик. Тоже тут магическая атака удалась. Ой, бобер там вообще. Так давай все-таки проверим вот эту вот штуку. Должно разлететься в разные стороны. Сейчас проверим. Благословение работает. Он кастует, бобер кастует. 25. Ну где раз это самое? Я не пойму. Переход на цели врагов, X5. Выбирает дух цели. Потом поражает до 5 дополнительных целей. Вот. Переход 10 метров. Где переход? Переходи. Я не пойму.
Уже второй раз непонятно, как оно работает вообще. Хорошо стоим. Всегда нужно живо остаться. Но там нет ничего об этом. Я думаю, нужна еще серия тестов. Еще бобер попадал. Ой-ой-ой, куда ж ты вырвался-то? Вышел с боем. Стойк умер. Ну, не умер, но... У него есть проблема. А я же могу сбить. Они же сбиваются с ног. Уже не проверю. Раз, два. Да, цепные заклинания прерываются, что убивают противника. Ясно, ясно. Точно. Ясно. Видимо, того я тоже. Того я тоже убил. Вижу вот раз. Тут убили, они поубивали ящерок. Вроде ловушки нет, по крайней мере, я не вижу. Кольцо магическое. Слабое наложение чар горящей раны. Неплохое, весьма неплохое заклинание. Кто чаще может кастовать? Вот этот вот упырь может чаще кастовать. Наиболее бесполезный, так скажем. Поэтому передаем Кане это все. О, ксауринов много. Ребята! Сейчас проверим, кстати. Да, перескакивает 13, 13, 20. Так и есть. Раз. И бедолаги. Уже ранены все. Бобер стреляет. Этот стрелять должен. Сам вообще он должен стрелять. Почему? Я должен ему... А, там зарядов ограниченное количество, видимо. Между отдыхом 3 заряда. Понятно, тогда на всякую ерунду тратить не будем. О, тут жрец есть. У него особая раскраска. Жрец. Защита тоже так себе. Даже меньше, чем у обычных. Я бы опрокинул одного. Ай, ну... А, нет! Стоик просто гуфнулся. Блин! Я посмотрел, он вроде out of range был на выход из боя. То есть там не было вот этой соединительной красной штуки. А его этот упырь просто взял и тыкнул копьем. Of course. Не прощают. Просто не прощают. А что за зима? Точно, смысл 15 здесь. Наверное, бобру точно стандам. А вдруг пригодится? Блин, все было. Простой же пак, реально простой. Но нет. Раз, два, три. О, сразу станчик такой. И паралич, и застревание. Все очень хорошо. Блин, стой, прошу тебя, не подходи тут. Так, этот присмотр уже, бедолага.
А паралич, кстати, тоже снижает защиту, насколько я вижу. У них было где-то под 60. Если там, конечно, не было никакого... никакого каста от жреца. Паралич тоже есть. Еще. Тут добиваем. Изи, изи. Не успею выстрелить. Но все равно попадаем. Добро, добиваем вышкой. Так быстрее. Почти. Магия, ребята, это магия. Боевой посох Саурипа. Может, кстати, стойка-то и похуже будет. Давайте посмотрим, что у него вообще за посох. Может быть, да, стоит избавляться. У него меч хорошего качества. Палочка. Не, у него посох стойка хорошая. Так, лутаем. Это все на продажу. Здесь не взяли язык Саурипа. Тут лутаем. Монетки собираем. И какая-то магическая дверь. Летающая сна энергии прикрывает проход как занавес. Она противодействует движению с неестественной силой. Я хочу сделать привал. Паутина сразу. Все нормально, ребят. Все нормально. Их реально очень много. Бом-бом. Защита слабенькая. Давайте сразу дамажить. Дамажить бобром. Дамажить этим магом, но спустя некоторое время. Стоик там еле жив. Но, кстати, это ненадолго. Ой, 18-10, 18. Неплохо прошлось. Это от бобра прилетело. Давай ауэшечку раз. Тут потрачиваем. Тоже раны вот эти вот. Огненные, или как они называются там. На стойку очень хреново. Я не уверен, что вообще стоит им подходить. Попадает бобер. Но стрелять бы мне надо. А чё бобер не стреляет, я вот не пойму. Видимо, там человека убили, а он в этот момент... Так, это при смерти тяжело, легкое. Стреляю по тому, кто самый живой еще пока что. Ну, чтоб от него рикошет все-таки прошел. Раз, два, три. Слабенький урон. Не нравится мне это. Этого опрокидываем упря. И добиваем. Добро. Изейши. Просто изейши. Материал для крафта собрали. Здесь какой-то... какой-то проход, но... вроде... не пройти. Грейди пухов. Лапа как раз насыпали за паука ножи. Да, можно дробаш грейдануть. Опа, наверху можно. Слушайте, а может действительно я возьму и грейдану себе... ключевую штуку, аркебузу. Зачаруем ее. Огненная, блядь, разъедающая. Огненный урон.
Но на меткость не дают. На меткость мне тут нужно грибочку собрать. Стрела поселенца. А урона-то мне на ней и так хватает. Так, слева жуки какие-то. Каменный жук. Нет! А что жуки? Про жуков мы вообще ничего не знаем. Не встречались еще с этими. Ну, заодно и проверим. Легко. Защита не очень высокая. Все вроде замечательно. Да, только вот стойки мне надо подходить. Невозможно действительно дать все-таки что-то рейнджовое, особенно сейчас. Ну или переключиться на палочку. Думаю. Нельзя вот во время боя отбиваться. А жук-то плотный. Жук весьма и весьма плотный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас стойка будут бить. У-у-у-у! Нет. Капец, попал я. Ну, все, стойка не скорее всего. Вот че эти жуки? Издалека долго. Реально, один хороший танк, и все, вообще никаких проблем. Один хороший танк. Ну, не представляет никто, если еще сад. Работаем. У него вычет урона, да, у него вычет урона 15. Я только сейчас увидел, сколько у меня дробаш наносит урона по нему. И понял, что это капец. Просто капец. 15 вычет урона. Мне лучше доспех девятку дает. Ну как, просто стандартный доспех из стартовый. Может, имеет смысл пока выставить бобром по этому, блин. Я же зависимость от урона. Ну, почти. Обновляю паралич. Я не сделал точность, опять же, стойком. Им надо поставить тоже... Давай защита себя. Куда ты пополз? Хитрый жук. Они реально к стойку бегут все. Ой, паралич сработал. Ха, хорошо-то как, а. Так, надо вот этих упырей... сбить, подбить. Вот жук, а? Он реально бежит за стойком. Так, давай сделаем на себя вот так вот. Нет, не успеешь. Нет, нет, нет. Твори добро. О, топич. Видели как? Оп, и нету. Блин, круто. Так, давай поэтому. Так, вот там защита себя, это не то. Защита себя это что? Не будет двигаться, чтобы атаковать, пока противник протянет его бой. И... на спине, да? Сколько будет работать эта штука? Там серьезно. 23 секунды. Прожжён, прожжён ваши неудачи. Давайте попробуем, во-первых, тут вот так вот сделать. Хорош. Как ты долго сдвиг... Куда ты идешь опять?
Так, этот при смерти. Давай миссилями попробуем. Надо его проверять на разные типы. Реально какой-то надоедливый жук. То ли он стреляет. Наверное, огонь на них должен хорошо действовать, раз древесный. Стало быть, проверим. А кто упал-то? Ребята, это обычный жук. Да, он больше... больше стандартных жуков. Но это ж не повод отдаваться так, а? Я считаю. Привал есть еще один, но, к сожалению, прямо здесь я привал заперек. А, могу! У-ху! Халява, друзья. Все будет. Работаем, ребят. Работаем. Королева пауков. Какая засада, блин. Вижу маленького такого паучка. Потом побольше немножко. Потом, большой-то ладно. Мы с ним уже, мы таких штамповали на проходе. И тут как бы здрасте. Королева пауков. Твори добро. А у меня саппорт на Аладдин дышит. Танк без хп. Вообще отлично зашел, я считаю. Ну так и, конечно, челленджи побольше. Но смотрите, какая толпа просто. Толпа. Так, каждый шаг выверенный будет. Выверенный, четенький. Четенький шаг. Они боятся огня. Не факт. Королеву пауков сразу парализуем. Тут, да. Тут, кстати, раны. Но раны делать. А вот ты, друг, подходи ближе. Ой, понеслась. Так, Алот не может подойти ближе. У нее есть хорошие штуки. Конечно же. Тут надо раскидать бафы по всем вообще. Два. Что делать? Давай сначала вот так тэшечку на этого товарища. Здесь нужен дефенс по цели. Возможно, будет у меня что-нибудь такое прям. Ну, кроме абсолютно этой неуязвимости. Сила и решительность. Ну, вообще, выносливость мне нужна какая-нибудь. Вот, здоровье. Нет, здоровье только недомогание, ослабление. Ой, ё-моё. Давай сначала этот баф, потом сделаем какое-нибудь благословение. То есть доспехи веры. Потом, например... например, вот. Урон и точность. Рука. Работаем раз. Этот работает два. Давай еще разок. А-а-а! Это королева? Королева, кажется. Королева пауков. Сковывающая паутина. Два промах, три попадания.
короче, у меня танк сейчас убьет. Вот и все. Пробую выносливость, но там с КП это проблема. Здесь кастует вроде, здесь тоже кастует вроде. Этот кастует, все кастуют, ничего не сделать. Слушай, это что, от кого прилетела плюха-то? Кто так? А, нет. Ты кастуешь. Ладно, как там получилось парализовать? Ошеломление. Тут АУЕ надо закидывать, наверное, вот так как-то. Народу трындец. Работаем. Может, по королеве попробовать аж. Ну, вдруг паралич сработает. Это было бы здорово. Второе дыхание, да, но хп-то не завезли вообще. Давай попробуем его. Я не докастовал, кстати. Зачем это помощники такие, да, у меня? Сейчас, секундочку. Посмотрим, кто такой у нас. Красавчик. Помощники прописался. Криминалов, да? Раз, два, с... Уже поправили. Но мне любопытно, кто это был. А кто это? Кто выдал права-то? У него не менялись такие. Ну, там не важно вообще. Детский сад у нас тут. В конфе разобрались, понятно. Спасаем танка от неминуемой, можно сказать, гибели. Но кто пойдет вообще вперед? До скелетов мне еще жить и жить. Бобер кастует. А вот это кто у нас? Алот? Алот, ты просто атакуешь, да? Давай-ка ты просто вот так вот сделаешь. А, стойка. Да, нужны ауешки. Ладно, сейчас сделаем... Почему он не отранжирует тут по времени? 15, 1 день, 15, 14. Сейчас мы сделаем привал. И спокойно убьем. Потому что и танк без хп, и стоек на один удар. И... Ну, никак. Ну, можно, но сложно. Привал. Не зря ж я тут привалы. Только вместо духов к животным. К животным. Лучше вычитерону. Вот теперь другое дело. Сейчас повоюем. Они здоровые, я здоровый. Даже в чистом поле готов. Хотя выманить можно. Но не буду я выманивать. Не буду, говорю. Работаем. Работаем. Раз. Рано. Тоже пока что рано. Хотя защиты там, конечно, серьезные. Можно попробовать все-таки парализовать, например, костяного обычного. Глядишь, там замедлим еще кого-то. Так, здесь обязательно после ауры накидываем резист к урону. Готово. Раз. Два. Я бы подвел мага. Но он застрял, к сожалению. И это проблема. Можно пока
паука. На пофиг мочить. Давай на вот этих вот троих-четверых заденем. Это раз. Подходит королева, подходит. Надо сделать восстановление выносливости, скорее всего. Но сначала вычет урона. Плюс 4. Бобром я заношу. Пора... Блин. Так, давай-ка попробуем одного. Вот так забрать. Ты кастуешь уже, давай. Не, давай лучше вот так. Ты докастовываешь раз. Делаю так, потому что, ну, много людей здесь, много. Я понимаю, что это будет критично. Далее, скорее всего, восстановление выносливости на этих троих. Бобер все еще не скастовал, скастовал сейчас, да? Паралич на 17 секунд, хорошо. Давай пока что сделаем еще вот так вот АУЕ. Пусть тут в параличе стоит. Так вот, попетируем. Канна, у тебя есть раны вот эти вот.